Buongiorno, come sempre, Alana Camila e Fitness Forza Palermo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sì. Chi ora insieme? Scrive me. Я сегодня с хвостом. И мы сегодня уезжаем с Этна. Короче, возле вулкана Этна, возле Катании, короче, отдыхать. Como sempre, aqua con limone. Sí. Я хочу вас попросить обязательно делитесь с этим видео, потому что принесет пользу и вам, потому что вы поделились, а также и тот, кто это просматривает. Все-таки минимальное упражнение для женщин очень красиво и формирует очень красивые линии, также вырабатывает гормон эндорфин, гормон счастья. Иногда я буду рассказывать интересные вещи по поводу питания, по поводу много-много-много всего. Кстати, я уже 100%. Так я иногда подъедала чуть-чуть сладенького, ну чуть-чуть, там раз в недельку, там раз в две недельки. Хлебушек мне нравится сицилийский, всегда очень нравился. Но отдельно я так вот подъедала. Пасту иногда кушала. А может быть, даже и чаще, чем иногда. Ну, а сейчас я вот месяц пробую без сахара, без сладкого, вообще без сладкого, без пасты, чуть-чуть пасты интеграля, ну, вот на такую ладошечку, да. И без хлеба, без мучных изделий, без своих любимых бискотиков. Кстати, так сложились обстоятельства, что я и кофе перестала сама по себе употреблять. Просто немножко выпила чуть больше, поймала эффект передозировки кофе, а плюс того, что питание слабенько, днем практически жарко, не хочется кушать еще кофе, еще без воды, и как бы... Но польза от этого есть, польза от этого есть. Поэтому, и честно сказать, есть что кушать. Да, мясо я, конечно, не кушаю, но если я чувствую, что мне хочется кусочек мяса, я обязательно скушаю. То есть без фанатизма, то есть моя деятельность говорит о том, что мне не надо много есть мяса. Но рыбу, яйцо, сыр, творог, сыр чуть-чуть, творог тоже чуть-чуть. Морепродукты, полпа, осьминоги, кальмары, креветки, мидии, вот все-все-все морепродукты. Ну, на Сицилии грех не кушать морепродукты. Вот, конечно, я это употребляю. Так, приступили, поговорили, да? То есть водичка с лимоном. Еще раз, дубль дуэ. Водичка с лимоном. Обязательно поделитесь этим видео. И питание. Без сладкого, без мучного, все, что связано с мукой. И без. Что-то я там еще говорила. А, ну да, я не ем мясо. Потому что я женщина и не занимаюсь физической работой, поэтому я так считаю, мясо нужно для того, чтобы сила, да, ну, как бы такая физическая работа, но у меня такой надобности нет. Но ем, конечно, морепродукты, чуть-чуть яйца. Здесь на Сицилии есть что покушать. Рассказала про питание. Вот уже месяц я так питаюсь, но раньше я тоже, в принципе, в системе так питалась, но единственный был момент, иногда я себе, ну, вот не хотелось тогда, то есть я съедала, допустим, каноли очень вкусно, да, ну, раз в месяц, раз в две недели, ну, не знаю, как там, да. И хлебушек, мне очень нравился хлебушек сицилийский, именно в компании, да, ну, вот в маленьких городках. Ну, а теперь, конечно, приступим. И начнем, конечно, с ручек, да. Вот немножко разомнемся, без разминочки, потому что я уже на чемоданах, в дороге. Но так как я август фитнес ком Алана Камила каждый день, хотя бы, мои дорогие, сделать несколько, 5 упражнений по 10 раз, этого уже вполне достаточно, уверяю вас, вполне достаточно
даже 10 минут просто поднять ручки и опустить. Поднять ножки и опустить. Отлично. Ну, давайте же такой сделаем бокс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, ну, сразу, конечно, начнем с пресса. Да, вот такое вот упражнение. Мне оно очень нравится. Велосипед, да, легли, конечно, вот раз, два, да, и вот раз, два. Давайте сделаем 20 раз. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. И не отдыхая делаем корреры. Встали вот таким вот образом. Встали. Вот. Ага. Отодвинем столик. Вот. Вот он. Да? Раз. Два. Вот. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 20 раз. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сегодня эссерчиция корреры. Животик и на все группы мышц. Теперь мы, конечно, быстренько. Без отдыха, да, и вот 10 раз. Раз, можно два, вот. Три, четыре, пять, браво, шесть, семь, 20 раз, семь, восемь, девять, отлично, 10, еще раз, раз, два. Отлично. Три. Четыре. Пять. Может, так. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Не отдыхая, корреры. Все. Вот это вот очень хорошее упражнение, я его очень люблю. Встали и вытянули ножки. Вытянули ножки, да. Так, я свою Алену возьму в зубы. Угу. Три, четыре. Семь, восемь, девять, десять. Двадцать раз. 10 раз походили. 10 раз. Так. Следующее упражнение. Сделаем на низ живота. Вот. И раз. Отлично. Два. Браво. Три. 20 раз. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Еще раз. И раз, два, 20 раз. Три, четыре, пять, шесть,
7, 8, 9, 10. Отлично. Отлично. Корреры, си-си-си. Это очень хорошее упражнение. Как раз таки работают все группы мышц. Опять же, 20 раз я свою Алену в зубы и вперед. В зубы. И вперед. Все. И пошли. Ножки. Отлично. Также и пресс работает. Водичка. Аквакалдо. Следующее упражнение и для ног, и для пресса. Очень хорошее. Мне очень нравится. Смотрите. Вверх. Да. Разъединили. Вверх. Да? Понятно. 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую. Делаем круги. Раз. Два. Три. 4, 5, 6. Фу, все-таки так вот лучше. 6, 7. О, маломе. 8. Фу, о, тяжело. 9, 10. Отлично. И сейчас корары. Анкор. Си. Животик и активита. Встали. Так. Вытянули ножки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Я чувствую нагрузку, а вы? Следующее упражнение тоже очень хорошее, только уже делаем немножко по-другому. Опустили и круг начертили. Так, мой надо стаканчик. Опа. Так, смотрите. Опустили круг. Раз. 10 раз. Два. Круг. Три. Три. Опустили круг. 4. Фу. 5. О, мама мия. 6, 7, 8. Отлично. Опустили. 9. И еще один раз. Пьяно-пьяно. Опа. 10. Отлично. Корреры. Oggi più presto, senza ripassare. Sì, come sempre, io Alena в зубы. 20 раз. Сейчас с нами. Мне уже жарко. Пауло, чао, Алдо, Азиза. Си. Пато инсьеми фитнес. Ну и, естественно, конечно, мужчины. Маскили. Си. Ква. Так. И отжимайтесь. Я, конечно, на коленках. Я на коленках. Мужчины, 20 раз. Венти вольто, алдо, си, инсьеми. Раз. Ну, я, конечно, 10. Дечи вольто. 2.
три, четыре, четыре, пять, шесть, браво, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Как всегда, корреры, дети, войти вольта. Сегодня у нас корреры, активита. Стали, да, вот такое положение. Вот видите, ручки, да. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Сдаюсь. Очень жарко, но ничего страшного. И что мы еще с вами сделаем? Давайте сделаем ягодички. Ну как-то прессик сделали, ножки сделали, все мышцы сделали. Сделаем акцент на ягодицы. Ну и поделаем по 20 раз. Встали. Вот такое вот положение. Раз. Так. Мой хвост. Раз. Два. Так. Опять же. Животик прижат к позвоночнику. Спина ровная. Без вот таких прогибов. Вот ровная. Да? Работает пяточка. Пяточка вверх. Так и осопла. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 20 раз. Два и сразу вверх. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 10 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы как раз таки сделали 40 повторений. Кто делает вместе со мной? У того всегда будет получаться все больше, легче, и тело будет становиться сели на две ягодицы, и тело будет становиться легче, красивее и активнее. Инспираль, респираль, инспираль, респираль. Так, делаем на другую ягодичку. Потом корреры и финиту. Вот, встали. Опа. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Опа. Раз. Вот такое положение. Но. Нет. Ровная спиночка. Так. Живот прижат к позвоночнику. Ягодицы напрягли. И делаем 20 раз. Шея, продолжение позвоночника. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вверх. Так. В сторону вверх. В сторону и сразу же вверх. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще 10 раз. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Новое
самое. Вытянули ножки. Вытянули ножки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, кто молодец? Алена молодец. Ну и давайте мы в виде растяжки растянем переднюю мышцу. Передние мышцы туловища. Легли. Одну ручку вытянули. Ножки вытянулись. И вот такое движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Потянули. Потянули. Так. Другую. Потянули. Отлично. И две ножки. Опа. Да, коленки вместе. И потянули. И тот, кто может по возможности, вот такое вот движение. Uno, due, tre, quattro, cinque. Piano, piano. И еще раз потянули. Коленки вместе. Угу. И piano, piano. Оп. Растянулись. Отлично. 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 Так. О, мой муж уже пришел. Так что мне надо уже убегать. Немножко вот здесь вот растянемся. И раз. Вот. О, отлично. Я вам скажу такую прекрасную вещь. Мышцы, они не просто так придуманы в физическом организме. Их, конечно, необходимо укреплять. И вот к такая приятная новость, то, что мышц должно быть чуть больше, чем жировой массы. То есть есть скелет, вот он, тын-тын-тын-тын. Есть мышцы, есть жировая масса. Ну, как бы так, основа, да? И, соответственно, жировой массы должно быть чуть меньше, а мышечной чуть больше. И тогда, конечно, все процессы в организме будут работать очень-очень-очень слаженно. О, вот. Очень-очень-очень слаженно. Стакан водички. Мы уезжаем. Uno, amore. Due, chi bravo. Alona, bravissimo. Uno, due. Развернули ручку. Учимся в конце занятий себя погладить и сказать, что я молодец. Я молодец. Я молодец, потому что я сделала физические упражнения для своего тела. И это мое достижение. Ки браво, Алона браво. Ки брави. Тути персони брави сими. Бон джерната. Бон венерди. Ci vediamo a domani. Ciao. Ciao Aziza, piacere, piacere. Ciao Aldo. Какая вот я. Ciao Aldo. Ciao Paolo, piacere.